Здорово, домкраты! Сегодня мы с вами научимся делать приседания в ножницы. Если вы еще не подписаны на мой канал, то рекомендую вам сделать это прямо сейчас, чтобы не пропустить новые обучающие видео. Данное упражнение направлено на формирование устойчивого положения в ножницах. И в частности, учит правильно использовать опору на обе ноги и упираться прямыми руками в снаряд, не сгибая повторно локти после фиксации. Также существует вариант выполнения данного упражнения, когда штанга находится на плечах, а не на вытянутых руках. В данном видео мы разберем самый сложный вариант, когда штанга находится над головой. Рассмотрим технику выполнения упражнения. Первое. Совершите толчок, обязательно замерев на несколько секунд в ножницах. Более подробно о правильном толчке и правильном положении в ножницах вы сможете узнать в моем недавнем ролике. Ссылочка на него будет сверху и в конце ролика. Второе. Выдержав паузу, начинайте приседать ровно вниз, сгибая по большей части заднюю ногу. Корпус при этом и таз не должны менять свое положение, то есть работают только ноги. Третье. Докоснувшись едва коленом до пола, синхронно выпрямите обе ноги, вернувшись в первоначальные ножницы или положение чуть выше. Четвертое. В таком режиме совершите несколько повторений, запланированных в данном упражнении. Новичкам я рекомендую выполнять данное упражнение с весами до 50-60% от лучшего толчка, от 4 до 6 повторений в 3-4 рабочих подходах. Благодарю вас за просмотр, друзья, желаю всем здоровья, удачи и новых рекордов!